Я не помню, просто команда. О, пошли. Можно двумя руками держать? Да, можно. Ребят, привет, Анатолий. Как тебя зовут? Катя. Екатерина. Откуда ты, Катя? С Киева. Круто. Украина. Да. Мы сейчас находимся в Грузии и решили сделать парапланчик. Катя, немножко назад иди, пожалуйста. Хорошо. Когда я скажу тебе идти вперед, мы идем вперед. Договорились с тобой? Да. Немножко сделай вот сюда вот один шаг вот так сделай. Смотри, вперед это вон туда. Угу. Договорились. Все, говорю идти назад, идем назад. Вот так. То есть ты меня тянешь, всегда тянешь. Говорю, побежали вперед, побежали вперед. Договорились? Угу. Все. Пойдем вперед пешочком. Идем. Идем, идем, идем. Готовы бежать? Да. Вот сейчас, побежали, дорогая. Бежим, 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 бежим. Помните, садись. Все, садись, садись, садись немножко, пожалуйста. Все, красавец. Страшно очень. Правую вверх, Карин. Молодец. Камеру держи правильно, чтобы все. Круто? Очень. Сейчас я привыкну чуть-чуть, потому что у меня очень дрожат ноги. Расслабляй ноги, расслабляй ноги. Ну что, мы в воздухе, ребята. Катечка, как самочувствие? Все хорошо? Отлично, это очень круто. Вау. Канион Арагве. Там река Арагве берет русло.
Топ-видео!